если так в хорошем состоянии город держит, я не говорил. Сейчас будет прямой эфир. Че говоришь, Гаврил, нормально? Да, молодец здесь. Глава района Дмитровского. Порядок тут? Да, все чистенько, правда, мы не через центр сейчас проедем. Ну, ладно, поехали через центр. Покажем, уж покажем, раз, да. Уж раз так, да? То Гаврилов потом скажет, а что центр не показали, поехали по плохим местам, да? Типа, к зиме вот елка уже, да? Ну, подготовил городок. Все ездят аккуратненько, никто не гоняет. Да, а что тут гонять? Пробок нет, ехать 100 метров. Правильно? Чего гонять? Видишь, какая елочка красивая? Елочка, да, очень хорошая. Стадион «Локомотив» Дмитрова. Привет из Питера. Стадион «Локомотив» Дмитрова. Привет из Питера. Да, Астрахань, привет. А тут что, вечный огонь, да? Ну да, да. Ну, здесь все хорошо. Горит, ага. Слушай, ну да, симпатично тут все тогда. Уже это самое. Жить можно. Симпатичненько. Вот сразу видно, руководитель нормальный, да, человек. Светофор, да? Все светофор, сосульки. Подсветка. А, сосульки вот эти, то, да, что там в лесу. Не, ну ты своим профессиональным взглядом смотришь. Я понял, я-то просто смотрю. А, ты думал, девчонки сосульки? Да, я не понял, ты говоришь, сосульки какие-то. Я думаю, какие сосульки? Ну это же город, да, делает все вот это? Да. Да не, ну чистенько, освещено все, конечно. То есть нет. Я работаю. Есть, уже хорошо. Так, ребята, кто знает, где в Дмитрове сейчас можно надыбать веники для бани? Мы приехали в Дмитров найти веники. Кто в курсе, где нам мутить веники можно? Давайте. Мы уже даже готовы были позвонить в баню, снять баню и купить ради веников, потому что отдельно нам веники не продавали. Давайте, говорите. Кто знает, где можно взять веники? Тишина у всех. А, кстати, у нас достойная задача. Слушай, а вот если назад все время ехать, то мы в Москву попадем. А если прямо, то в Дубно, да? Да. А, вот Москва налево. А, вон Спарк. Да, туда мы едем. Да, сейчас Спарк зарядим. Чувак пишет, проехали уже. Куда проехали? Идем в Спарк, вон туда. Давай. Тебя не все могут комментарии писать. Ну, кто успел, тот... А, да. Да, там очень много... Жалко. Ну, а это не я же. Просто если все будут писать, писаешь, что там будет? Беда будет. Беда будет. Ксения мне пишет, вы хотите похудеть? А я худею, Ксения. Похудел на 7 килограмм за последние 2 недели. Я худею от вас. Я худею от вас. Сейчас все будет. Пристегиваешься в машине? Конечно. Контролирует, да? Да ты что сразу? Ты что, Давидыч, не пристегнутый, все сразу. Хай, гай. Булевай. Эрик, ты добряк. Рад, что есть такие люди. Рады, что есть такие люди. Вон, видите, картинка меняется. Дрифтани. Я не за рулем, я дрифтануть не могу, а могу дрифтануть. Дрифтануть я не могу. Как вы представляете, пассажир может дрифтануть? Эрик, ты просто лучший. Депутат, видите, ищет место порядочное, нормально. Ну да, нормально. По порядочному вроде. Так, что, пошли? Пойдем. Так. Ну же как-нибудь беспалевно. Куртку я не буду одевать. Я, короче, этот капюшон накину. Беспалевно. И доки возьму. И все. Ну пойдем, короче, типа. Нас беспалево. Никто не узнает. Беспалево, да, попробую пойти.
Мы идем искать веник. Кто что ищет, а мы ищем веники. Нам сейчас скажут, вы что, больные, что ли? Если веники не найдем, предлагаю план Б. Будет очень эффектно, отвечаю. Просто елочками. Слушай, а можно где-то веники из елки сделать? Ну, они не, не, жестко будет. Давай возьмем, да. Здравствуйте. Не подскажете? Мы хотели бы веники найти для бани. Ну, где-то, где у нас все для бани? Для бани веники, не знаете? Два, три. Ух ты. У тебя шансы есть. Тут веник у нас еще и ведро есть. Во. О! Вот этот кайф! Ну, вообще, спасибо. Спасибо большое. Вот Вы это вообще. Так, бери вот эти. Они все одинаковые. Они одинаковые. Да, ну, может нормальный взять? Да, слишком возьмем, много, да. Нам тоже не нужно. Раз, два, три, четыре. Сколько возьмем? Пять. Ну, ты возьми штук. Семь. Там кроме семь, нас особо и никто да, не сам. Так, вот это нам нужно обязательно? А зачем? А, чтобы они не натерли нам руку. Ну, давай. Белый. Так, да? Так, это что такое? Массажер, это не то. Это лаванда. Мне стало интересно. Привет. А, привет. Смотри, она... Не надо. Ну, а что не надо? Пришла тебе, стало интересно. Тогда наблюдай, помогай нам тогда. Так. Эвкалипт берем. Берем. Ну вот, видишь, занимаемся делами. Кедр. Апельсин. Закончились. Еще вот эти две. Тонизирующий набор эфирных масел. Так, лимон сосна. Берем три. Тут вонючки для машины. Да, какие? Так, тихо. Сейчас покажу. Средства для мытья посуды. Кто это сюда поставил, сука? Кто-то в Дмитрове прикололся. Так. Ну, мне кажется, нормально мы взяли, не? У нас остальное все есть. Так, все. Привет. А вот как вы приходите? По перископу. Нашлись. Случайно вообще нашли. Да, что ты рассказываешь? Всем салам. Всем салам. 2000 человек. Все надо сваливать. Надо выключать эту хуйню быстрее. Конечно. А то нам пиздец.